Период Второй мировой войны для отечественной авиации, как ни странно, стал прорывом. Превосходство немецко-фашистских захватчиков как на земле, так и в воздухе в 1941 году было неоспоримо. Немецкие войска молниеносно продвигались вглубь тогдашнего СССР, захватывая и оккупируя города. Эта участь постигла и Запорожье. Правда, заводы успели эвакуировать и переместить в тыл. Авиационная промышленность Запорожья была представлена мощнейшим на тот период времени, да и сейчас, моторостроительным заводом номер 29, ныне именуемым «Мотор-Сич». Он вместе с инженерами и работниками переехал в Омск, где беспрерывно заработал всего спустя несколько недель после переезда. Чтобы противостоять высокотехнологичной немецкой авиации, стране Советов были нужны новые самолеты, а значит, новые, более мощные двигатели к ним. Ярким эпизодом омского возрождения моторостроительного завода номер 29 стала организация сборки и испытания двигателей. Сперва запорожцы наладили производство имеющихся моделей, а уже в августе 1942 года запорожский завод номер 29, ныне «Мотор-Сич», эвакуированный в Омск, подключают в помощь заводу номер 19 по выпуску новых моторов М-82, а позже и его модификации М-82FN. Который был переименован в АШ-85ФН по инициалам его создателя Аркадия Швецова. За два года титаническими усилиями эвакуированных запорожцев было выпущено около 3000 единиц этих моторов. Эти двигатели предназначались для установки на новые истребители Ла-5 и Ла-7, а также бомбардировщики Ту-2 и П-8. В начале Великой Отечественной войны немецкая авиация делала в небе, что хотела. Только в 1942 году появился советский истребитель, который мог вести с мессершмиттами и фоке-вульфами бой на равных. Это был Ла-5, разработанный в конструкторском бюро Лавочкина. Создавался он в огромной спешке. Самолет устроен настолько просто, что в кабине нет даже самых элементарных приборов вроде авиагоризонта. Но летчикам Ла-5 сразу понравился. В первых же пробных полетах на нем сбили 16 вражеских самолетов. Ла-5 вынес на себе основную тяжесть сражений в небе над Сталинградом и Курской дугой. На нем сражался украинский ас Иван Кожедуб. Истребитель был совершенно безликим и невыразительным на первый взгляд. Когда немцы впервые увидели его, то сразу дали прозвище «Новая крыса». А все потому, что он сильно походил на прозванный «крысой» легендарный самолет И-16. Однако мощный двигатель и возможности простого на вид советского самолета поражали. Модификация мотора АШ-82ФН, которая изготавливалась руками запорожцев, отличалась неограниченным временем работы на взлетном режиме – форсаже. Таким образом, до высоты 1500 метров мотор в условиях боя имел дополнительные 200-300 лошадиных сил мощности. Ход войны в Европе повернулся против стран Оси в 1943 году, начиная с катастрофических немецких потерь в сражении под Сталинградом. Люфтваффе все еще имела воздушное превосходство на отдельных участках Советско-Германского фронта, но противодействие советских военно-воздушных сил возросло и численно, и тактически. Эффективность советской авиации с новыми самолетами и снижение силы Люфтваффе продемонстрировала битва на Курской дуге. На войне истребители решали широкий круг задач. Это и перехват вражеских самолетов, и сопровождение своих бомбардировщиков и штурмовиков. Помимо воздушных схваток, их привлекали и для атаки наземных целей. Здесь мощное стрелково-пушечное вооружение Ла-5 пришлось как раз кстати. Кроме этого, он мог взять под крыло 100 килограммов бомб и до 6 реактивных снарядов. Истребители использовали и для воздушной разведки, причем при выполнении таких полетов летчикам запрещалось вступать в воздушные бои. Главным было доставить ценные разведданные. Всего за годы войны построили 10 тысяч Ла-5 разных модификаций с запорожскими двигателями. Их производство было развернуто на 4 заводах. Кроме участия в боевых действиях, истребители Лавочкина использовали и для различных летных испытаний. В частности, на Ла-5 исследовали влияние перегрузок на организм человека. С поступлением на вооружение новых истребителей военно-воздушные силы Советской Армии перешли на более высокий уровень. Во второй половине Второй мировой войны преимущество по многим аспектам было уже на стороне Союза. Летчики на новой машине успешно сражались в воздухе против немецкой авиации, приближая победу.